Игоря Барабаша подгнили основные стояки, на чем склад держится. Площадь 502 квадратных метра. Вот сейчас ищут пасынки, горох выдают, тяжелый. Вот он разворачивается, чуть меня тут не передавил. У меня оказались пасынки тут есть, около балерины и около тестомеса. Вот он сейчас подъезжает, чтобы забрать. Пасынками эти как-то горох распер склад, и стенка вывалилась, сгнили столбы. Вот так. Вот он сейчас подъезжает. Поднял, это опасно. Аккуратно смотри. Руки не суй туда. Вот я забыл, ты все заросло крапивой. А он сказал о своей беде, я вспомнил, тут есть что-то, мы пришли, раскопали. В деревне все нужно. Балерина у меня, башня летней резиденции Игнатия Начальника. Еще надо какое-то бревно подложить. Это не вытащишь. Но это вряд ли удержит-то. Тут вот у меня рядом бревна-то. Игорь, ты бы его отвез подальше, там бы не мешал подходить еще раз-то. Ну я сейчас 10 отъеду. Сюда. Я тут не помощник тут ему, ребята в другом месте работают. Туда-сюда подвижем.
Вот так, видишь? Подогнал вплотную. Сколько движений-то? И сидит какой-нибудь начальничек, выписывает там документы. Разница есть. А Игорь только вчера вернулся в 12 почти ночи. За ремонт машины, говорит, 30 тысяч отдал. Каждую неделю 300 километров на своей машине минимум. А там еще заезжает куда-то, там наберется еще километров 50. Куда нет, туда его утащить. О! Вот это да. Не ожидал я такого. Куда я обратно? Вернешься за этим? Да. Давай, я жду тебя. Молодец, Игорь. Это вот все привезти, и теперь надо там копать, под низ подложить из-под рельс подушки металлические, потом ставить, потом опять давить, прикреплять, поднимать домкратом склад, где расперло. Тут дело только на одной стороне. Горох тяжелый. И даванул стенку, никто не ожидал, и вывалил. Сколько пропало гороху, что это уже. Вот так. Приехал в Теренте. Пол пасынка здесь. Это сын Игоря Барабаша Теренте. Я жду, жду. Взять надо тоже потом, езжай. Я интересным делом занимаюсь. Почти наверняка, может, на миллион. Нет. На миллион даже нету то, что делаю сегодня. А что именно? Изыскательские работы. Вот я нахожусь в степи, вокруг степь. Ковыльная степь, облака. Я вот медленно буду проводить, показать. Вот. Там, видать, деревня.
Так, Иосифов домик стоит. А левее вот это лагерь. Бывший лагерь православный. И дальше провожу деревья. И вот тут видно дальше почти никаких храмов. Это очень далеко, поэтому так все прыгает, да вообще прыгает. И вот у Игоря он много нагрузил гороху в складе. Ну а давно уже подгнили столбы, склад 502 квадратных метра. И стена выпала, сдвинула ее с места. Теперь нужно найти железобетонные пасынки, к которым привязывают столбы, прикручивают. И там усилить, закопать их, и потом к ним притянуть столбы. А где их пасынки взять? Игорь сегодня даже минуты нет. Я где-то у себя там припрятал раньше. Три раза он приехал, два полупасынка и пасынок. А я говорю, вот мы здесь были на первом-втором мостике, вот это напротив второго мостика вот я нахожусь. И там я в степи где-то запнулся. Тут шла телефонная линия. А телефонная линия, один столб остался от нее. Вот, я ее покажу сейчас. Вот это вот. Вот он, бетонный столб там стоит, пасынок полностью. А здесь я долго ходил и челночным методом молился уже, Господи, покажи где. И вот нашел, пасынок лежит. Вот он лежит, заросший в траве. А я дома сделал вот такие вот вешки по 1,65 м. Ну, почему? Потому что далеко видно, ковыль-то высокий. Ну и пришил, не привязал. Пришил, вот тут видно даже. Видно пришитое. Вот. А внизу к арматуре привязал. Вот арматура где. Вот здесь есть. Это я к тому говорю, что кто подобное будет делать, знал бы как. Это уже опыт будет. Вот я дальше иду сейчас по степи. Это я нашел второй пасынок. Второй. Где еще удастся? На ту сторону идти дальше. Сейчас пойду, обойду вот этот полностью лог. Это наша дамба, которую мы восстанавливали, вот это. И идти дальше туда. Мы сегодня там устанавливали табличку, где Потеряевка. Точно так же хорошо написано. Вырезанные буквы были металлические, алюминиевые, видимо. И прибитые Потеряевка и Стрелка. А то люди, говорят, не знают, заблудятся, там идут. Оттуда, где вот, вон видно высоковольтная линия столбы. Столбы, оказывается, за дорогой, если скорочно ехать вправо. То есть столбы на нашей как бы территории. А та дальше, Урывская, это образно так сказать. Ну вот, благодарение Богу. Два пасынка уже нашел. Полупасынок он разложенный. Разломанный. Это трактором ломали тогда, видать, уходили. Вот сейчас еще по этой стороне пройду логом. Это вон березки, где туда ходить. Далеко все это. Вот холм. Около него тут все пройти надо будет. И поставить. И как только погода сейчас заморочает на здоровье, ну, нельзя будет молотить хлеб-то. И Игорь сразу сюда и подвинется, и вытащит. Вот это лежит сверху, а один там надо выкопать. Вот это вот лог по логу. Вот она красота какая. Это лесополосы. И ложбинки, ложбинки. Вот здесь тоже лог идет. Все, пока, пошел. Вот нашел еще, даже кажется, два пасынка. Один тут на 30 сантиметров торчит. И не сломанный, а именно обрезанный, как бы. Ну, то есть такой и есть он. И один вот он торчит. Ну, все-то в траве. Господь помог мне. Это близко около дамбы. Вниз. Потому что надо придерживаться бывшего створа. А кроме того, тут есть вот холм, это с четырех сторон тут бульдозер нагребал, стояли эти геодезические вышки. Вот прошел туда, там ничего не нашел. А это самый глубокий лог, основной лог.
идет. Вот он где идет. А это вот и кусты. Весной надо будет брать из них черенки и вокруг все насадить. Весь пруд. Вот тут не нужен куст. Пойду сейчас через этот лог, на ту сторону обойду. И там постараюсь найти. Может быть, что-то и есть. Вот так.